Раскатаем сначала макет целиком, макет, а потом будем делать, тогда увидим, где еще нам необходимо подстройки. Да, хорошо. Да, давай. Вот видите, какие у меня хорошо. Сейчас давай крути. К нему. Сюда, ко мне. Толкай. Желательно бы не распускаться, потому что как только ты ее запустишь, вот здесь, ну, не вот так передавать при разбеге, чтобы не терять друг друга. Ага. Пам, 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 пам. А если вот здесь встать, смотрите, если вот так она как стоит, вот так стоит, да? Ну, в этой штучке. В штучке она вот падает, этой, вот спинка. Вот сюда. Да. И сюда встала вместе. Ей нужно вот сюда. Пам, пам, пам. Раз. Пам, 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 пам. Да, это хорошо. Это хорошо. Настя, еще когда вот он тебя подтягивает, то ты берешь вот этой ногой вот сюда крутишься, вот сюда крутишься. А ты вот так к нему прижмись, чтобы ехать его путем. Он на кораблике, он не может переступить. Вот сейчас хорошо, давай вот так вот прижмись к нему и по его пути поезжай, будет легко. Да. О, это будет уже более неожиданно. Да. И рукой к шее притяни, чтобы ты была как бы на нем держалась. Опять тебя ругаю, мне надо только хвалить. Да? Сейчас хорошо, ребятки, молодцы. Ага. Саша, сделай, пожалуйста, свободную ногу на выезде из подкрутки прямую, прямо ласточку вот такую, какую ты умеешь делать. Она нормальная, средняя. Сделай свою голямовскую ласточку. Ты к ней, а потом вместе побежал. Я тоже хочу, чтобы мы ближе к этому борту. Да, его оставим свободно. Да, да, хорошо. Мы вообще там... Вот, вот, вот.